Привет, друзья! Вы на канале Vital Way. Днепропетровск 50-х. Как он выглядел? А именно, как выглядел Металлург? Вы увидите, это сейчас ныне Днепро-арена. Перед просмотром прошу подписаться еще на два моих канала. Это канал Time V, канал интервью с интересными людьми, и канал V Studio. Это мысли, аналитика, философские рассуждения. А также тем, кто находится вдали от Украины, от Родины, и давно здесь не был, но хочет побывать в своем дворике, посмотреть, как выглядит его дом. Это реально. Вы можете заказать обзор своего дома, дворика, улицы. Я вам сниму обзор и выложу это на канале. Цена $100. Давайте смотреть стадион «Металлург», свято песни и танцы. Да, хор 10 тысяч человек – это круто. Из слов понял, мы эту песню разнесем по свету. И что-то так больше особо ничего не понял, надо будет найти эту песню, посмотреть. Ну что, если понравилось, ставьте, конечно, классы. Ставьте классы. Да, не забудьте подписаться на этот канал. С вами был Виталий Пискун. До свидания, друзья.